Быть красивой – это большой труд, который незаметен окружающим. Так что самые красивые девушки – это настоящие труженицы. Измениться предстоит Екатерине. Катя из многодетной семьи. Она 7-я появилась на свет у своей мамы. А год назад и сама Катя стала мамой. Изменился ее образ жизни. Сильно поменялась фигура. А вместе с этим пропала и уверенность в себе. Привет, Кристина. Привет, Катя, добро пожаловать. Чего ждешь от сегодняшнего дня? Я хочу измениться, чтобы удивить своего мужа и порадовать его. Обязательно удивишь. Не только его удивишь, я думаю, в шоке будут все окружающие. Ты изменишься кардинально. Начнем? Начнем. Салон Нины Даниловой «Аура красоты». Левый берег, Комарова 11, корпус 1. Что сказать об этом салоне? Здесь великолепные мастера, здесь превосходные безвредные красители. Здесь все то, что и в лучших салонах Москвы и Европы. Идти в ногу со временем – это очень важно. Кате предстоит стать стильной современной красоткой. Поможет нам в этом мастер салона «Аура красоты» Любовь. Катя очень женственна. Она обладает всеми чертами, присущими маме. Нежная, мягкая, заботливая, но не модная. Посвящая всю себя семье, она рискует запустить себя. Пока не поздно, вернем Катю в ряды ухоженных, красивых девушек, молодых, очаровательных женщин. Иногда длина волос может быть и лишней. Какой смысл отращивать их до пояса, чтобы собирать в хвост? Никакой прически, никакой индивидуальности. Пора Екатерине походить с элегантной стрижкой. Сказать честно, в стрижках ауре красоты равных нет. Из месяца в месяц, из года в год. Талантливые мастера салона проходят обучение у тех, кто по праву считается гуру парикмахерского искусства. Поэтому стрижка, которая учитывает особенности строения, роста волос, формы головы и овала лица. Она идеально подойдет Кате и обязательно понравится ей. Классический маникюр сделает мастер Дарья. Она превратит руки много работающей по дому Кати в ручки ухоженной девушки. Современное актуальное окрашивание. Оно сделает Катю еще индивидуальнее. Важно то, что аура красоты никогда не пользуется в работе красками, которые могут повредить волосы. Только лучшие от ведущих химиков Европы. Только нанокраситель, восстанавливающий и напитывающий волосы, придающий потрясающий блеск. Смотришь на то, как меняется Катя, и понимаешь, ну какие же мы все-таки молодцы. За счет стрижки скорректирована вытянутая форма лица. Избавившись от лишней длины, мы облегчили стрижку и подчеркнули легкую волну волос Кати. Годами девушки экспериментируют над собой, бросаясь из крайности в крайность, а потом попадают в ауру красоты и находят таки тот самый неповторимый образ, единственно верное решение. Вот и Катя стала другой. Елизавета сделает профессиональный макияж, напомнит Кате и всем нам, как важен мейк. Небольшие штрихи, которые подчеркнут нашу красоту. Вот такой стала Катя, проведя несколько часов в салоне «Аура красоты». И мы готовы повернуть ее к зеркалу. Ты точно изменилась. Да, мне все очень понравилось. Спасибо стилистам. Ты точно, Катюш, изменилась? Да, изменилась. Прическа просто класс. И прям изменилась полностью вся. Слов просто нет. Ты очень милая девушка, обаятельная, но в образе не хватало немного ухоженности. Вот сейчас ты похожа на стильную городскую девушку из большого города, да? Согласна со мной? Согласна. Решайте.